Александр Андреев не представляет своей жизни без программирования. Сейчас он учится в 9 классе и уже побеждает в многочисленных всероссийских состязаниях. Вместе с командой Александр ездил в Сколково и разрабатывал образовательный проект для школьников. Тогда за 2 дня с нуля ребята запустили приложение для телефона, по которому наглядно с помощью диджитал-эффектов можно изучать химические реакции. Сейчас разработчики готовят новое приложение для привлечения молодежи к занятиям спортом. Мы работаем с технологиями виртуальной дополненной реальности, и это в дальнейшем поможет пойти как в обычный геймдев, так и в виртуальной дополненной реальности, опять же, в разработку. Здесь в первую очередь дается великолепный опыт в работе с этим, особенно на хакатонах, на которые мы ездим. Новые возможности для подростков открывает национальный проект образования. Благодаря финансированию в регионе открыто 87 точек роста, а еще Кванториум, Дом научной коллаборации и IT-куб. В последнем вместе с Александром Андреевым занимаются еще 400 талантливых молодых людей. За счет современного технического оснащения в свои юные годы ребята могут разрабатывать и продвигать свои разработки на реальный рынок. Благодаря национальному проекту образования и поддержке правительства Самарской области в лице губернатора Дмитрия Ильича Азарова у нас есть возможность создавать такие центры при региональном сверхфинансировании. То есть IT-куб – это только одна из ключевых точек в огромной сети. Любой ребенок может прийти, воспользоваться самым совершенным высокотехнологичным оборудованием и развивать свои проекты до серьезного уровня. Задачу создавать в регионе центры цифрового развития детей поставил губернатор Дмитрий Азаров. Работа ведется за счет регионального и федерального бюджетов. В этом году в Самарской области планируют открыть еще несколько технопарков. Напомню, в 2019 году заработали 19 новых развивающих площадок. Мария Левина, Максим Гусев, «События».